подпишись на мой телеграм-канал, потому что оттуда ты сможешь узнать обо всех новостях, связанных с автором, с каналом, с видосами, ну и, конечно же, со стримами. Ссылочка есть в описании, не поленись перейти по ней и подписаться. Для меня это очень многое значит. Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал. С вами Дрейфойр, и добро пожаловать в Bleach Brave Souls. И это не ОП, не обзор новостей. Нет, это открытие витрины с Айзеном от Драйвичера. Только оно будет коротенькое, потому что орбов у меня всего 533, что хватит только, если не ошибаюсь, на 2 шага. Но если выпадет кто-нибудь новенький, то будет уже неплохо. Но новый у меня, как вы поняли, только один перс, это Айзен. Вот. Поэтому давайте откроем. Вполне возможно, что это видео выйдет попозже, потому что, возможно, я буду копить орбы и дальше на эту витрину. Она закончится 2 апреля, а все мы прекрасно знаем, что в конце марта выходит новая витрина, там будут новые персонажи, соответственно, новый ивент, новые эпикрейты, новые орбы. Но это в случае, если я вот этого красавчика не достану с этой витрины за 2 шага. Здесь присутствуют вот такие персы, только... А. Блин, тут еще и шанс на говно есть, понятно. Ужас. Ладно. Будем верить в лучшее. Давайте не будем затягивать и погнали. И первый степ в никуда. Давайте попробуем вскрыть вот эти вот штуки. Называются они Cone's Corner. Они позволяют увеличить шанс выпадения. Ну, на самом деле, это просто так хочется в это верить. На самом деле, конечно, это не так. Погнали. Здесь работает чистый рандом. Никаких выдумок. Ничего такого здесь нет. Это Старк. Да. И все. Вы ожидали чего-то еще. А все. А больше негде брать урбы. Вот вам медалька. Да. 193 урба. Вполне возможно получится с гильдийного квеста собрать. Но это мы уже узнаем. Возможно позже, поэтому я пойду собирать урбы дальше. В течение нескольких, возможно, дней. До конца витрины. Ну вот я снова и здесь. На самом деле времени прошло буквально час, наверное, после того, как вы видели прошлый фрагмент. Потому что, оказывается, у меня была не пройдена одна новенькая саб-стори. И также я смог найти орбы с ГК. Да. Вот. Ну и также за кооператив еще там пройти 20 тысяч коп, по-моему. Давайте посмотрим, кстати. Интересно. 18 тысяч. 18 тысяч копов. И я получил, как видите, вот 4 все. Я получил еще 15 орбов. Айзен, Айзен. Никогда ты мне не падаешь почти с первого раза. Вот теперь уже все. Орбы. Надеяться только, что мне с хард ГК 100 штук упадет. Раза 3. Понятно. Ну что, ждем ивент или нового перса с билетом. Тут уж как повезет. Как видно, витрина с вот этими ребятами уже доступна, а я все еще не выпустил видос с вот этим. Ну, раз вы его смотрите, значит уже выпустил. Не знаю, выбил я что-то или нет, но пока что у меня есть шанс только на 4-й шаг. Если будет продолжение, то, возможно, я на гарант как-то наберу. Но я не знаю просто, где мне брать орбы. Потому что 2 числа витрина заканчивается, а
извините меня, орбы, они добываются тяжело. Персонажи не падают новые. Вот, поэтому довольствуемся, чем есть. Итак, поехали. Четвертый степ, боже мой. Я почти до Каранта дошел, но нет. У меня есть подозрение, что я не успею собрать орбы и открыть еще один степ. Ладно, если я это сделаю, то вы увидите новые... Точнее, вы увидите продолжение. Да. А если нет, значит, я попрощаюсь после того, как пройдут помехи. Фу, наконец-то. Последние орбы, которые могут быть у меня сейчас на аккаунте. 4 часа ночи. Отлично. Самое время наконец-то открыть гарантированный шаг. Точнее, пятый шаг с гарантированным пятизвездным персонажем в последние часы витрины. Пусть это будет Айзен. Я просто хочу Айзена. И все. Я просто хочу, чтобы мне выпал именно этот Айзен. Он мне необходим. Не все Айзены необходимы. И этот от особенности. Йокумитокио. Вот такая вот витрина. 5 степов в никуда. Я ничего не достал, по-моему. Ну, дубль Старка, по-моему, и дубль Икагу. Я уж даже не помню, что я еще доставал. Все. Нету Айсена. Нету. Я не помню, когда последний раз я что-то с синглами открывал. Но это все равно ничего не даст. А вот и твои просранные орбы, говорит мне Магири. Вот таким получилось открытие витрины с Айзеном. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставьте ему лайк. А также подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Напишите свои комментарии, что вытащили вы с этой витрины, с новой витрины, с любой витрины. Просто свой дроп за последнее время. Спонсоры, оставшиеся на канале, показаны на экране. Я благодарю их за финансовую поддержку канала. Ну а на этом все. С вами был DriveFoyer, увидимся в новом ролике. Всем удачи, всем пока.